Обширный материал о встрече выйдет в сегодняшнем вечернем выпуске новостей, а пока к другим темам. Из окружного бюджета на благоустройство муниципалитетов выделено 100 миллионов рублей. Гранты получат 16 сельских советов. Муниципалитеты были разделены на 4 группы. Основной критерий – количество местных жителей. Во внимание члены комиссии брали эффективность работ по благоустройству за прошлый год. Самую большую сумму получит Канинский сельсовет – 20 миллионов рублей. Муниципалитет вошел в первую группу с населением свыше 1300 человек. В состав образования входят населенные пункты Несем, Гла и Чижа. В последние на средства гранта будет установлен памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник у нас сюда завезен зимой, сейчас еще не установлен. Также мы хотим приобрести уличную сцену, которой у нас просто в поселении нет. Дефицит детских площадок и спортивных площадок, поэтому планируем установить большую хорошую детскую площадку и изготовить многофункциональную спортивную площадку. Кроме этого, средства пойдут на благоустройство территории около памятника ветеранам Великой Отечественной войны в Неси. По словам главы муниципалитета, на деньги гранта будет выложена тротуарная плитка и сделано освещение. На втором месте в группе с самым большим населением Приморска – Куйский сельсовет. На облагораживание территории в его бюджет из региональной казны будет перечислено 12 миллионов рублей. Ну, предварительно озвучена информация, что мы должны получить 12 миллионов рублей. То есть мы заняли второе место в первой группе. Примерный список мероприятий мы предоставляли в общем пакете документов для рассмотрения гранта, но сейчас он будет уточняться уже под сумму. Также внебюджетные трансферты получат Великовисочный сельсовет – 8 миллионов рублей. Малоземельский, Омский и Пёрский сельсоветы они разделят между собой 30 миллионов рублей. Кильвисочный, Юшарский и Карский – 20 миллионов. А Андикский, Коткинский и Колгуевский сельсоветы – 10. В список попали не все муниципалитеты. 4 заявки от Нарьянмара, поселков Искателей, Амдерма и Харивер были отклонены конкурсной комиссией. Так, Нарьянмар и Искатели не получили грантов из-за того, что в собственности муниципалитетов находятся организации жилищно-коммунального хозяйства с признаками банкротства. А у двух других муниципалитетов конкурсная комиссия нашла ошибки в порядке подачи заявок. Алена Валей, телеканал «Север».